Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. Тренд на меньший травматизм и эстетичность. И высокие технологии однозначно. Как онколог рассуждаю. То, что я увидел в этом году, это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими годами. Это появление новых моделей имплантов, это подходы к онкопластическим операциям, которые изменились в плане агрессивности, меньшего травматизма, лучшие эстетические результаты. Сюда же присоединяется новое поколение лучевой терапии, которое не приводит к осложнениям, которые сопровождают после лучевой терапии хирургическое лечение таких больных. Это все вместе говорит о том, что мир идет вперед, и перспективы в высоких технологиях, они играют значительную роль при лечении такого рода больных. Потому что для женщин, страдающих раком молочной железы, эстетика, она стоит на первом месте. Жизнь, она продолжается, но жить ее в красивой форме, с красивыми молочными железами, это, конечно, большой плюс. И в этом я вижу продвижение вперед, которое в докладах специалистов, которые представляли свои результаты, очень сильно проявляется. Это однозначная эволюция. Эволюция и оценка результатов, и оценка тех технологий, которые были года 3, ну 5 лет назад. Это однозначное движение вперед. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.